Добрый день! Сегодня мы начинаем очередной урок бокса. Он достаточно будет короткий, но, на мой взгляд, он самый принципиальный. Это основа атаки и контратаки. Как любой алгоритм в любом деле, в боксе, атака и контратака строятся по определенному алгоритму. Когда мы стоим с соперником, и соперник готов с вами боксировать, любой мой первый удар будет встречать контрдействие, потому что соперник так же готов, как и я, зачастую он даже готов на порядок лучше. Поэтому моя задача первым своим действием подготовить соперника к какому-то своему удару. Для этого необходимо его вывести из положения, что называется, равновесия. Поэтому, например, я готовлю свою атаку, растягиваю его левым джебом, бросаю левый джеб и, например, провоцирую на контрудар правой рукой. Бросаю, да, пошла правая рука, то есть я создал для себя удобную ситуацию. Как только я понимаю, что противник работает на мою, так сказать, провокацию, работает правой навстречу, я начинаю выстраивать свою работу под правую руку. Также провоцирую левой рукой, зашел под правую. Вот уже достаточно подготовленная ситуация. Могу пробить по печени, могу отсюда пробить голову, снизу, все что угодно. То есть я, по сути дела, создал ситуацию первым своим действием и вторым действием сблизился и, собственно, отработал. Третье обязательное действие, которое у нас присутствует в атаке, это выход. То же самое сначала. Например, я продолжаю левую руку раздергивать, бросаю левую руку, пошла правая у меня, я зашел, проработал несколько ударов, пробил. И после этого я обязательно должен выйти, потому что противник будет меня контратаковать. Еще раз сначала. Зашел, отработал и сразу делаю обязательно выход. Руки на месте. Выход может быть в любую сторону, от любой комбинации, но алгоритм всегда остается единым. Данный алгоритм применим фактически ко всем вариантам атак и контратак в боксе. Сейчас просто для примера покажем атаку, которая начинается двоечкой, левый прямой, правый прямой. После этого перехожу к фазе работы и выхожу из атаки. Итак, значит, сначала двойка. Левый, правый. Зашел к противнику. Поработал свою серию. Раз, два, три. И пошел выход из ситуации. Поэтому в любом, скажем так, атакующим вашим движением или контратакующим, если вы на контратаке работаете, алгоритм до этих трех действий, он обязателен. Вы готовите атаку, обязательно необходимо противника вывести из положения равновесия, дать ему махнуть ударом, провалиться немножко, выйти из положения ровного веса тела на ногах, подобрать его своей атакой и обязательно после этого выйти. Вот, в принципе, то, что касается алгоритма атаки.